буду пудриться, белиться, не буду кудриться. Бубны, балалайки и народные мотивы – это второе выступление коллектива «Нареченко». Ребята спелись всего за месяц, объединила любовь к казачьей культуре и фольклору. Даже в названии слова народной песни сыграл роль и родной Звенигород. У нас город, его окружают реки, прекрасная Москва-река и прекрасная маленькая речушка Сторожка. И вот Сторожка, она прям какая реченька, прозрачная, чистая, журчащая. С концерта народных коллективов начался этнический фестиваль. В Одинцово он проходит уже третий год и не перестает удивлять своей программой. Полюбился участникам больше всего квест по следам предков. Маршрутную карту с интересными фактами составляли коллективы 9 библиотек округа. Какие традиции? У какого народа? Национальный костюм, язык, пословицы, поговорки, загадки, наверное, даже костюмы, блюда национальные. Ну, в общем, кто на что гораст. Каждый постарался. Каждая библиотека со своей экспозицией. Мамоновская привезла на фестиваль народные куклы, обрядовые и игровые, для привлечения урожая и создания семьи. Их шили сами читатели. Кукла, которая специально сделана к этому мероприятию, у нас день-ночь. Она относится к двуликим или к парным куклам. У нас она одна, светлая сторона, означающая день, когда светло, и, соответственно, ночь, когда нужно спать. В какой-то степени это приучало детей к труду. Пришли в Одинцовский парк приятно провести время или же узнали об этнофесте заранее. Впечатлений от фестиваля осталось много у всех, ведь он охватил почти всю Россию от Поволжья и Урала до Северного Кавказа и Дальнего Востока. Дети услышали нашу русскую музыку и сами прибежали, и мы за ними. Ой, очень здорово. До этого выступали ребята, мы с ребенком подпевали. Сейчас вот девушка поет довольно-таки очень известную песню группы «Мельница», поэтому ощущение как будто бы на рок-концерте каком-то. Расширяет кругозор, дает возможность отдохнуть всей семьей, узнать больше. Проявить сообразительность и находчивость в викторинах и мастер-классах, посмотреть концерт, провести время с пользой. Этнический фестиваль вновь удался, стал настоящим фольклорным марафоном. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».